Natalia. Hello. Nice to meet nice you. Nice to meet you. Welcome to Coffee with Celine. Yeah, thanks. Do you like coffee? Yeah, I like okay. coffee. Okay. Sugar? No, thanks. Cream? A little. No? Okay. Yeah. Are you in good shape? Yeah. Mm? What's your program till the Olympics? До Олимпиады я сейчас тренируюсь. Я вчера приехала на автобусе из Бельгии, где провела тренировочный лагерь. Сейчас я планирую здесь посмотреть соревнования и сделать хорошие тренировочные схватки после. You dream about the Olympics every night or sometimes? Нет, я не мечтаю каждую ночь, ложась спать, олимпийской медали. Да, у меня есть цель – олимпийская медаль, олимпийское золото. Я хочу это сделать. Но если буду думать об этом каждый день, мне кажется, я сойду с ума. Сейчас я выполняю хорошо работу, тренируюсь. Я маленькими шагами иду вперед. Но я не думаю об этом постоянно. Наталья, do you have a routine during competition? Are you superstitious? Нет, наверное, нет, я не... суеверно. Я думаю, просто если верить во что-то постоянное, ну это тоже не очень хорошо. Если приснился плохой сон и думать об этом, что у тебя все будет плохо. Нет, я не такая, я стараюсь... Ну, приснился сон плохой, приснился, я забыла. Хороший, да, хорошо. То есть я не привязываюсь к этому. Я стараюсь мыслить позитивно. Нет, у меня нет никаких каких-то обычаев. Да, у меня есть какие-то вещи, в которых я люблю. Люблю бороться в футболке, пока она там до дыр не стереть ее. Люблю бороться там в поясе. Но это не какой-то обычай, просто мне нравится вещь. Is there anything in your bag during competition you always carry around during the competition? Perhaps a lucky charm, teddy bear? Нет, каких-то определенных вещей нету. Единственное, я вожу с собой одну мягкую игрушку, но это как подарок. Она мне просто нравится. Can you ask us the last movies or series you watched? Да, когда я была дома, я посмотрела такой смешной мультик про шпиона, которого подставили, и он выпил такой раствор и превратился в птицу. И это было действительно смешно, потому что он был такой амбициозный, оставь птицей, он не мог летать. Он говорил, я вижу свои ноги, свой хвост, я все вижу вокруг. Это было смешно. Наталья, do you have a passion except for judo? Я люблю путешествовать, я люблю узнавать что-то новое. У нас очень мало свободного времени между тренировками, тренировочными лагерями. Мы очень много ездим. Но, тем не менее, если у меня есть несколько дней, я пытаюсь подобрать какие-то билеты и куда-нибудь полететь и узнать что-то новое. A few months ago, you practiced judo with Vladimir Putin. It was a great moment. How was it for you? You remember? It was an experience. Да, у нас я с Владимиром Путиным встречалась неоднократно. Два раза мне удавалось с ним стать парой, побороться. На последней тренировке из девочки я была только одна, одни мальчики. И мы с ним и сделали учком, и поборолись. И потом очень смешно, когда я прилетела в Италию, и в Италии доктор мне сказал, в итальянской газете было написано, что девочка положила Путина на лопатки. Я говорю, нет, нет, я не ложила, мы просто боролись. How many fans do you have on Instagram? You know it? По Инстаграме я не помню, сколько у меня фолловеров, но для меня Инстаграм, ну, я не привязана к нему. Мне нравится выставлять, кто-то выставляет только тренировки, кто-то выставляет только отдых. Мне нравится выставлять фотографии нигде, только я тренируюсь. Мне хочется показать там свою обычную жизнь, как я живу помимо дзюдо. Мне многие спрашивают, выставляй больше дзюдо, как ты делаешь приемы, какие-то фотографии соревнований. Я этого делаю, но не так много. Наталья, what would you like to do after your career, your judo career? Я люблю дзюдо. Дзюдо – это моя жизнь. Я хотела бы остаться в этой среде, работать тренером и передавать свой опыт. Я, наверное, такой уникальный человек, я сейчас себя не хвалю, я могу просто бороться в разной борьбе, бороться в разных стойках. Мне интересно передавать свой опыт детям, и я имею огромное желание продолжать.
продолжать карьеру именно как тренер. What's a dream vacation for you in, and in what country you want to go? Это очень сложно. Есть много мест, где я не была и куда хочу поехать. Пока я этого не планировала. Но пока самое запоминающееся из моих поездок, которая была в прошлом году после чемпионата мира. Когда мы с моей подругой, с ее детьми взяли машину и поехали в путешествие по Европе. Мы были в Европе 10 дней, но мы успели посетить Польшу, Брюгге, Францию, Диснейленд. Мы были там где-то один, где Амстердам, где-то один день, где-то два дня. Но это было увлекательно, это было немножко сумасшествие, потому что мы были вдвоем с двумя детьми, ну, немножко опасно. Но это было захватывающе, и это мое, наверное, самое большое воспоминание о путешествиях. И после Олимпийских игр я попытаюсь что-то спланировать такое тоже грандиозное. And last question, Natalia. You have an Olympic dream, but do you speak Japanese? A few words. Hajime, ippon, mate. That's enough. Yeah. And what's your? Konnichiwa, arigato. Yeah, no. Great. Thank you. Thank you. Arigato gozaimasu. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Thank you.